Джен. Джен. Привет, Джонатан. Привет. Нужно с тобой поговорить. Пытался тебе дозвониться, но телефон занят. Конечно. Вывез ее прямо из демонстрационного зала. Как она? Потрясающе. А цвет? Изумительно. А обивка? Красивая. Она твоя? Достойная оценка блестящей работы, которую ты провела в моем офисе. Что? Джонатан, неужели ты всем девушкам даришь машины? Да. Это ваша машина, мистер? Нет, ее. Это ваша машина, мисс? Нет, его. Джонатан, ты очень милый и очень щедрый, но я не могу принять такой подарок. Почему? Он слишком интимный. Это? Да. Если бы я подарил тебе духи или нижнее белье, это было бы интимным подарком. Но машину... Если это ваша машина, уберите ее. Вот. Пришли мне духи. Ты придешь завтра ко мне на работу? Днем. Послушай. Ты действительно не хочешь машину? Нет, не хочу, Джонатан. До завтра. Мой психиатр в это ни за что не поверит. Как и мой.